«Лица Победы» – это не просто цикл сюжетов о наших ветеранах. Это настоящие истории из первых уст. В прошлом году в этом проекте приняли участие 8 ветеранов. Среди них те, кто пережил все ужасы блокадного Ленинграда, кто стал узником фашистского концлагеря и кого война лишила счастливого и беззаботного детства. Все время бомбили и наши самолеты летали, бомбили и немецкие. У нас под окном упала бомба. И не взорвалась. И вот эту бомбу потом немцы пришли, значит, ее, значит, в общем, очевидно, забрали. Вначале, по-моему, где-то закрутили проволокой, потом увезли. И взорвали ее где-то на окраине поселка. Осенью прошлого года в Москве проходил медиафестиваль «Родина в сердце». На нем одна из историй проекта была отмечена известными российскими режиссерами и кинокритиками. Воспоминания Антонины Васильевны Ивановой, узницы концлагеря, потрясли многих жителей нашей страны. Когда объявили, что... А вот не было еще, все стреляли-то когда. Я все у мамы спрашивала. Мам, слышу, все взрослые говорят, мир, вот будет мир, вот будет мир. А что такое мир? Говорит, доченька, когда не стреляют, когда не убивают. Рассказывать миру о людях, которые с достоинством выдержали все ужасы тех лет, это так важно. И у нас еще есть эта уникальная возможность прикоснуться к частичке живой истории. Проект «Лица Победы» смотрите на нашем канале каждый вечер после выпуска новостей.